Готовим картофельные и кабачковые драники. Берем картофель, отожмите лишний сок. Добавляем лук, чеснок, соль, муку. Дальше кладем одно яйцо, хорошо перемешиваем и жарим на среднем огне с двух сторон. Драники готовы. Для кабачков берем кабачок, тертый на крупной терке, нужно отжать сок. Добавляем лук, муку, соль, чеснок и одно яйцо. Хорошо перемешиваем и жарим драники с двух сторон на среднем огне. Драники готовы, можно подать их со сметаной. Всем приятного аппетита, с вами была Дания.